Ну и в заключение я напомню всем присутствующим, что этот год сине-зеленый лошади. Этот год отличным станет, если лошадь не устанет. Каждый выберет коня по душе средь бела дня. Коль трудится на износ, подойдет тяжеловоз. К цели рвешься, как бегун, подойдет лихой скакун. Коль ты не веришь ты в удачу, кое-как ползешь на дачу, не способен врезать сдачу, выбирай худую клячу. Хочешь жить спокойно, гладко, стань рабочей лошадкой и размеренно поши для других и для души. Коль в себе ты не уверен, изменяться не намерен, и потерян, и растерян, твой удел несчастный мерен. А вот если ты ребенок, веселись, как же ребенок, задирай повыше хвост, развивайся вширь и в рост, чтобы не встретиться с бедой на земле и под водой, пролетая в небеса, мчась на алых парусах, не бояться никого, не утратить ничего, ради счастья своего, пой как лошадь, и го-го. Наш вечер подошел к концу. Мне хотелось бы напомнить вам, что под прекрасным руководством Любовь Андреевой она могла собрать, как вы видите, и мастера спорта, и кандидата медицинских наук, и техника НЭТИ, и лесотехнический институт. Этих людей всех объединяет любовь к музыке, любовь к вокальному искусству. Давайте пригласим их еще раз сюда. И позвольте от вас времени старым Новым годом, но мы пожелаем всему коллективу студии академического вокала дальнейших творческих успехов и радовать нас всегда концертами и гостинами. Ну а вам всего хорошего, мы не говорим вам прощайте. Сегодня для вас свои поэтические замыслы читала Людмила Елисеева. Леонид Кукушкин. Владимир Мазурин, Лариса Плаксина, Любовь Андреева. Всего доброго. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо вам, молодцы. Приходите еще.